Сквер десантников на улице Акуловой стал заметно чище. В преддверии профессионального праздника ветераны службы и воспитанники военно-патриотического клуба «Добрыня» собрались вместе на субботник. По инициативе нашей организации, при поддержке командования 98-й воздушно-десантной дивизии и администрации города, здесь был создан именно сквер. Вот. Открыт он был в 2015 году. Здесь располагаются и объекты, техника, которая стояла на вооружении воздушно-десантных войск, артиллерийские системы, аллея, где флаги всех воздушно-десантных соединений. Работы хватает всем. Одни прометают дорожки в сквере и убирают мусор, другие приводят в порядок мемориальный комплекс. Ветеранов ВДВ приятно удивила инициатива молодых людей помочь подготовить сквер к празднику. Мы пришли втроем, мой руководитель, еще тоже курсант военно-патриотического клуба. Мы пришли убраться, поскольку надо всегда помнить, надо приводить памятники в порядке, потому что нельзя, чтобы тут было что-то в грязи, надо всегда, чтобы все было аккуратненько, чистенько. Субботник – это не только повод встретиться и благоустроить мемориал, но и возможность увидеться с боевыми товарищами. Ветеранам службы всегда есть что обсудить. За работой время пролетает незаметно. С 82 года я начала служить в городе Фергана. Потом, значит, в связи с распадом Союза нам пришлось переехать в город Иваново, в нашу 98-ю дивизию. Вместе с мужем перевелись. Потом перевелся также сюда старший сын Роман. Далее младший сын Михаил закончил Рязанское воздушно-десантное училище. В настоящее время служит майор 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Буквально 24 числа внук Григорий поступил в Рязанское воздушно-десантные войска. В Ивановской области более 7 тысяч ветеранов воздушно-десантных войск. Всех их приглашают прийти на праздник 2 августа в 11:00 в сквер десантников. Максим Серебряков, РТВ Иваново.